Мурманское инвестиционное агентство недвижимости «МИАН» выполнит все операции с недвижимостью быстро, удобно и выгодно. «МИАН» – покупка, продажа, обмен и аренда. «МИАН» – это профессиональные агенты и широкая сеть комфортных офисов. Регулярные акции, бонусы и специальные предложения сделают сотрудничество еще приятней. Внимание! Услуга «Срочная сделка». Выкуп абсолютно любой недвижимости за один день. «МИАН» – вся недвижимость Мурманска в одной компании. Телефон 453311. Агентство МИАН. Спонсор программы «Цвет власти Лайт». Здравствуйте, вы смотрите программу «Цвет власти». Сегодня у нас в гостях настоящий полковник, бывший глава облсперкома Анатолий Патеевич Саренко. Здравствуйте. 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 Как вы поживаете? Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, где может быть старый больной полковник, как вы сказали? Живу на даче. Работаю в институте. Ну, правда, немного. Оставил себе только дипломников и госэкзамены. Скажите, пожалуйста, почему все-таки не свершилось ваше возвращение в избирком, в областную избирательную комиссию? Вопрос сложный и неоднозначный. Ситуация простая. Центр избиркома, конечно, центр избиркома был заинтересован, чтобы меня включили в состав комиссии. Но видимо, и Марина Васильевна, и ее команда знают, что я не мальчик для голосования. А раз так, то, в общем-то, самостоятельная фигура в избирательной комиссии там не нужна. Председатель комиссии грамотный, с опытом работы, с юридическим образованием. Интеллигентный, он не наорет, не матерится, так сказать, и прочее, да. Я думаю, что это удачный выбор для Марины Васильевны. Я об этом говорил прямо. Но, видимо, самостоятельно что-то решить он не может. А почему все время говорите Марина Васильевна? Вот у нас сидел на этом месте Богомолов, убеждал, что вообще избирательная комиссия любая, это коллегиальный орган. Там вообще невозможно никак влиять. Половина от Думы, половина от исполнительной власти. И вот. И вообще выборы у нас станут прозрачными, и урны у нас будут прозрачными, и все у нас Богомолов будет хорошо. Готов поспорить. Ну, а как пример, можно привести тот состав комиссии, который сформировал бывший губернатор Дмитриенко. Когда полномочия, возглавляемой мною комиссии, закончились, то там 7 или 8 человек привезли из Питера. Почему? Что в Мурманской области нет достойных людей, которые в комиссии? Нет, конечно, это все было связано с тем, что принять правильное решение. У нас правильное решение, много приезжих. И правильное решение было принято. В каждом овощном ларьке создали участковую комиссию. Нормально, все хорошо. Вообще, насколько, правда, действительно велико влияние областной избирательной комиссии на сам процесс? Если следовать закону, то влияние абсолютно. Но, вот посмотрите, финансирование двойное. Половина из федерального бюджета, половина из областного. А значит, вот эта половинчатость, она и в работе тоже мешает. Затем посмотрите, что формирование самой избирательной комиссии. 7 человек назначает Дума. Ну, там может быть где-то демократичность какая-то присутствует, потому что голосованием Дума, это были моменты, что из многих кандидатов проходили только те, за кого Дума проголосовала. А 7 человек назначает губернатор. Вот и все. Ну, среди думских найдется там человека два, которые, так сказать, в губернаторской команде. Вот и решение принимается. Такое, какое полезно. В рамках закона. Меня всегда умиляет это выражение. В рамках закона. Что такое рамка, да? Есть одна сторона рамки, есть другая сторона рамки. По которой пройдешь, все будет законно, правда? Этим тоже пользуются. Несовершенством закона. Тоже пользуются. Ну вы меня не пугайте, не рассказывайте, что все ангажированы. Все-таки народу есть смысл ходить на выборы? А вот народу есть смысл ходить на выборы. Я на форумах, я же под своей фамилией на форуме. По телевидению, в прессе я всегда говорил, тот, кто не
ходит на выборы, не имеет права потом критиковать руководящие органы области. Ну, не имеет права. Почему? Потому что ты не ходил, не ходил. Тебя устраивает все? Устраивает. Зачем же ты тогда вопишь, что у нас все плохо? Ты эту власть не формировал, ты ее за нее не голосовал. Сиди тогда и молчи дальше. Ситуация. Отменили порог явки, да? В результате, ну, я буду утрировать. Придут только те, только наши, только свои, и выберут своего. Так? То есть влиять должны на выборы массы. А массы считают, что вот если я не пойду, то и черт с ним, вот я протестую таким образом. Это не протест. Но массы в сентябре еще только-только из отпуска вернутся, и, в принципе, я помню, что не успеют. Это уже другой вещи вопрос, да, когда дата голосования и прочее. Но вот пока у нас избиратель не поймет, что его голос может быть решающим, толку там не будет. Ну, то есть, вот скажи, вот развейте этот миф. То есть, ничего там сильно никто не рисует. Вот есть бюллетень, есть, его и посчитают. Значит, ну да, можно нарисовать сейчас или нет? Я предлагал каждому включить в состав, когда был председателем, участковой избирательной комиссии. В состав. Я предлагал каждому, кто высказывал это, быть наблюдателем от кого-то, от кандидата, от партии и прочее. Значит, поймите, когда тысячи человек работают, и все это разные люди из разных областей, учителя, врачи, рабочие там с фабрики, пенсионеры, но не может быть фальсификации никакой, потому что с удовольствием сдадут, зафотографируют и это. Значит, кто кричит о фальсификации, это либо от неумения провести правильную избирательную кампанию. Ну и кстати, ведь кто заинтересован в том, чтобы народ не голосовал? Действующая власть. Да. Ну-ка, ответьте. Не можете. А я вам отвечу. Правящая партия. Ну, я сказал, действующая власть. То есть она свой ресурс использует. Да. Чем меньше придет, тем лучше для них. Слушайте, я видела сейчас вот в социальных сетях, тоже перепостила, в Польше был такой лозунг: отберите паспорта своих бабушек и дедушек, чтобы они по инерции не голосовали за тех, кого считают нужным, потому что все-таки жить нам, ну там молодое поколение, и вроде даже эта акция действовала. А вообще, действительно, что у нас с молодежью? Вы сейчас с молодежью много общаетесь и со студентами, и они же электорат избирателей, и мы все время говорим, что молодежь-то как сетевые хомячки там что-то пишут, а выборы не ходят. Ну, прошло практически четверть века, да, с того момента, когда у нас, так сказать, все по-другому. Вот за это время, мне особенно заметно, выросла совсем другая молодежь. Мы еще говорим о той молодежи, которая была, ну, от Советского Союза осталась. А там партия «Народ единый», пришел, не пришел, какая разница, все равно все хорошо. Сейчас, а особенно посмотрите, что творится в социальных сетях, ни одно событие маломальски не остается без обсуждения широкого. Притом такого для меня это тоже открытие. Я вот сейчас там немножко больше времени свободного. И вот мне особенно заметно и в институте, что происходит уже политизация молодого поколения, вот студенчества. Они уже понимают, что в этой жизни оставаться на обочине нельзя. Надо участвовать во всех тех делах, которые творятся в государстве. Ну как участвовать? Посты составляя ночные или все-таки идя на выборы, вступая в партию? Ситуация такая. Сейчас же партий очень много. Всякие разные, на любой вкус. Вот я, кстати, с Богомоловым говорил на эту тему. Ведь что делала та комиссия вот, предшествующая? Значит, держать и не пущать. Значит, каждой запятой прицепились, лишь бы значит, снять конкурента с участия в выборах. Это неправильно. Я вот ему говорил, он может это подтвердить. Поддержите вот молодежь, которая идет от партии или там самостоятельно. Помогите зарегистрироваться, пусть они набираются опыта. Это будет государственный подход к делу.
потому что будут воспитываться вот будущие депутаты. Они не пройдут с первого раза, ну понятно, что не пройдут, но он получит опыт работы, опыт избирательных этих всех процессов, будет знать изнутри. А то так, цепляются за запятую, сняли с выборов и все. Но это не дело. Значит, я думаю, что сейчас ситуация изменится, и вот вы мои слова вспомните на выборах губернатора. Я думаю, ну, на выборах губернатора там, конечно, гораздо сложнее, потому что не может быть 200 там кандидатов, да? Ну, там и а вот на выборах большие, муниципальные да. советы, вот посмотрите, там будет и молодежь участвовать уже, и от партии, или самостоятельно. И я считаю, что и в этот раз избирательные комиссии, и области, и территориальные избирательные комиссии помогут молодым кандидатам зарегистрироваться, чтобы они поучаствовали в этом избирательном процессе. Вы ведь тоже участвовали в избирательном процессе. Вот с другой стороны, вы же баллотировались. В областной думе, правильно? От партии да, «Справедливая да, Россия». Да. Да, значит, закон позволяет любому гражданину, я беспартийный, сразу говорю. А, вы беспартийный? Да, беспартийный. Никакого отношения ни к единой, ни к справедливой, ни к ЛДПР, ничего не имею. Но закон позволяет любому гражданину выбрать любую партию, написать заявление, и партия обязана рассмотреть это заявление и включить его в свой список. Другое дело, каким номером? Могут включить первым, а могут 101-м. Вот в этом разница. Ну, неважно, это все равно должно быть включено в список. Все. Я этим правом воспользовался. Но избирательная комиссия под руководством уважаемой Татьяны Алексеевны что сделала? Они, помните из истории, через полосица, да? Значит, всю область участковые округа сделали таким образом, что этот округ пересекался из трех районов. И избиратель, естественно, привыкший к тому, что мы, допустим, условно говоря, за Ритунскую голосовать, а это кто? А мы ее не знаем. И они оказались в полной растерянности. Вот в этой мутной воде словили свою рыбку. Кольский район оказался как лоскутным одеялом. То есть жители Кольского района голосовали не знам за кого. Вот. Ну, разделили вот так на полосы. Сделано было это умышленно для того, чтобы не дать людям проголосовать сознательно за того кандидата, за которого бы они хотели. Один момент. Второй момент, когда я уже говорил, в овощном ларьке участковая комиссия. Там, это, ну, в общем, это все... Потом выплыло все наружу, все это некрасивая история, и, естественно, результаты этих выборов оставляют желать лучшего. Ну вот если вы сейчас открыто так об этом говорите, то оно же не может существовать впредь. Вот уже всех схватили за руку, всем все понятно. Какие-то, я уже не говорю закон соблюдать, но рамки приличия-то придется. Я же говорю... От своего имени и от имени той комиссии, которую возглавлял, мы такого безобразия не допускали. Угу. Анатолий Пантелеевич, у меня такой вопрос был. Вам же предлагали должность советника губернатора. Вы почему отказались? Понимаете, в чем дело? Я был настроен совершенно на другой момент. На положительный, на позитивный момент, на участие в работе комиссии. И заниматься тем делом, которое я знаю. Каждое дело нужно делать грамотно, так? Что такое советник? Ну, свадебный генерал, скажем. Ну, я бы так не сказал, я бы сказал так, это как агитатор. Да? Ну, советник, другими словами, агитатор. А к этой работе, к агитационной, я не готов. Поэтому поблагодарил Марину Васильевну и отказался. Мы вспомнили же дату, да, 10 лет мы не выбирали губернатора. А вспомните какие-то истории, связанные там, с выборами губернатора, которые поучительные, они нам могут пригодиться, как избирателям, которые забыли же, что такое выбирать губернатора. Вот на моей памяти произошло
изменение выборного законодательства в сторону отмены выборов губернатора. И тогда, наверное, это было оправдано. Чем? Потому что еле-еле-еле Россию удержали, а то уже границы начали устанавливать, шлагбаумы, границы. В Татарстане там вообще Министерство иностранных дел и, так сказать, представитель в Австралии был. То есть еле-еле, чуть-чуть Россия вообще не распалась на удельное княжество. У нас же тоже Юрий Алексеевич очень был озабочен, чтобы у него чуть-чуть процент был повыше, чем у президента на выборах. Так вот. И тогда была оправдана отмена. Сейчас ситуация изменилась. Получается, что вся отрицательная энергия направлена в Кремль. Вы нам назначили, вот вы и ответственны. И там прекрасно это все понимают. И поэтому и общество сейчас уже изменилось, совсем другое. Говорят, хорошо, мы сейчас вносим поправку в закон, вы выбираете, но тогда не говорите, что это мы там виноваты во всем. Вы же выбрали себе вождя. Поэтому вот сейчас выборы, они более ответственные на сегодняшний день. И те кандидаты, которые будут баллотироваться, они должны осознавать. И это надо мужество иметь, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в таких условиях, политических и экономических, достаточно сложных. Юрий Алексеевич, он набрал свои 77%, тогда заслуженно авторитет у него был. Ему важно было быть паровозом. Был бы он вагончиком, никому бы авторитет, не пригодился. И он заслуженно набрал свои 77%. Как сейчас пройдут выборы, сложно предсказать. Может быть, даже два тура будет. Но если... Ух ты. А еще какие прогнозы? Если, я подчеркиваю, если Марина Васильевна выдвигает свою кандидатуру, и выдвигает оппозиция. Но оппозиция должна выдвинуть общую. Так а потому что у них денег нет, им придется выдвинуть общую. Единый день голосования. Дело не в деньгах, дело в поддержке. Деньги, конечно, играют какую-то определенную роль, но не основополагающая. У нас никогда оппозиция не могла договориться. Это другой вопрос. Я почему и говорю, что если же выдвинет, допустим, каждая парламентская партия, потом там много диванных всяких разных партий, там прочее, то разброд и шатание, там ничего не получится. А вы не пойдете? Да, сейчас уже называют технически. А что, кстати, технический кандидат? Технический кандидат — это очень просто. Это для того, чтобы выборы не сорвались. Вдруг решат кто-то взять и сорвать выборы. И отговорят всех кандидатов снять свою кандидатуру. В результате выборов не будет, да? Это же деньги все-таки, это затраты. А технически он свою кандидатуру не снимет, потому что если Ритунская будет выставлять свою кандидатуру в губернаторы, и я выставлю, но Ритунская скажет: Саренко, ты там немножко поддержи меня. Я сижу. Мне говорят: сними, чтобы Ритунскую. Какие выборы? Нет. Я говорю: нет. А не пойду. Да, нет. Поэтому ситуация такая. Вот это технический. То есть он не кандидат, как сказать, в губернатора. Он кандидат в губернатора для того, чтобы состоялись выборы. Тут как-то по осени был какой-то слет политтехнологов. Они жаловались друг другу, что выборы стали очень скучными и неинтересными. Вот раньше какая-то была драматургия, там штабы что-то придумывали, какие-то истории, вовлекая людей. А сейчас настолько как-то все банально, скучно. Здесь надо еще учесть... Никакой маленькой войны с Албанией, в общем, если вы надо хотите. Учесть то, что после развала Советского Союза народ вырвался на свободу. Сейчас мы заживем. Возросла так толчком такая политическая активность и прочее. И поэтому выборы проходили потом. Ведь когда мы начинали, закон о выборах был такой с величиной с тетрадку ученическую, тоненький. А сейчас он как Библия толстый. Это один момент. Во-вторых, эти все организации, которые занимаются имиджем, там, всякими разными рекламами и прочее,
они тоже выработали свой ресурс. Уже нового практически ничего нет. А все это было в газетах написано, по телевизору показано, карусели, вбросы, там, значит, нарушения агитации, газеты изымали пачками, уничтожали. Все это уже было. Сейчас все стало значительно, я, наверное, соглашусь, скучнее. Почему? Потому что уже нарушить в чем-то закон практически невозможно. Нет, даже по созданию образа, вот по построению самой компании кандидата. Да помните, как раньше, раз пропал человек, то, ну вот обязательно должна была быть какая-то драматургия, да, какая-то интрига, что-то должно было произойти. Но сейчас никто никуда не пропадет, не дай бог, зачем? Скажите все-таки, пожалуйста, мы с этого начинали с вами в кулуарах беседу, как там сессия? Как подрастающее поколение юристов? Ну, по-разному. Некоторые приходят в институт за дипломом, а некоторые за знаниями. Вот те, которые за знаниями пришли, гораздо больше. А некоторые приходят за дипломом. И я вот уже приводил пример, когда на вопрос, что такое юридическое лицо, ответ: лицо с высшим юридическим образованием, то это, конечно, смех. Был другой вопрос. Девочка пишет работу курсовую про оружие, когда она не видела ни разу ни ружья, ни пистолета. И когда я задаю вопрос, только для того, чтобы задать вопрос, и вижу, что она плавает совершенно, что такое... Чем отличается длинноствольное оружие от короткоствольное? Ответ, глядя в потолок, говорит: это дуло, что ли? Вот это уровень знаний. Ну, конечно, говорю, ты для чего сюда пришла? Все ясно, что она списала с интернета, не думая и не читая, что там она перекачала. Конечно, таких не надо допускать уже там до госэкзамена, там, до дипломов, просто нужно отсеивать. Вы мемуары напишите? Мне неоднократно задавали этот вопрос, а я говорю, ну нет литературных способностей, нет. Если только, может быть, одно название придумать, как у Толстого, только там другая война и другой мир, да, похоже. Но это другое совсем и все. Ну, не хочется ставить точку в нашем разговоре. Позвольте, я поставлю многоточие. Я думаю, в ходе этой предвыборной кампании мы не единожды к вам обратимся как к эксперту, поскольку вы не скованы в своих высказываниях. Слава богу, никакой партии не состоите. Нет. И уже состоять не буду. Однажды я в Думе так и заявил, что я не состою ни в какой партии и не вступлю до конца жизни. Даже в клуб книголюбов. Из зала вопрос: а почему клуб книголюбов? Почему? Что он тебе сделал такого? Я говорю, вступишь в клуб книголюбов, начнут рекомендовать, какую книгу читать. А я хочу сам определиться. Я понимаю, что сейчас очень такая новость, это выборы губернатора. И я понимаю, что область приготовилась и ждет, чем все, вся эта кампания закончится. Я думаю, что эти выборы будут более активными, чем все предыдущие, потому что это губернатор, это жизнь области, и в конечном итоге на ближайшие 5 лет. Как будет выстроена избирательная кампания кандидата в губернаторы, на сегодняшний день сказать сложно, но я думаю, что все-таки она будет в русле закона. В том русле, в котором предполагаются любые выборы. И мне очень хотелось, чтобы это была борьба честная, прямая, открытая. Для прессы, для телевидения, для избирателей. Чтобы не было таких настроений, что я вот не пойду, потому что я вот не верю. Надо идти на выборы и надо голосовать за того кандидата, который вам больше всего по душе. Но тогда это будет выбор
избирателей Мурманской области, а не выбор какой-то партии. Вот что бы я хотел пожелать нашим избирателям. Все на выборы. Программа «Цвет власти Лайт» благодарит за помощь в проведении съемок Баренц-бар отеля «Парк Ин Бай Рэдисон» «Полярные зори». Корпорация «Монет» или «Деньги от Монеткина» представляет целевой займ под залог недвижимого имущества. Этот вид займа имеет ряд плюсов перед традиционным кредитованием. Мы не требуем от вас проведения оценки объекта залога и его страхования. Вы освобождены от необходимости нести расходы по оплате услуг оценщиков и выплат страховых премий. Для получения этого займа нужен минимальный пакет документов. Вам не требуется подтверждать ваши доходы, доказывать финансовую состоятельность и чистую кредитную историю. Залоговым имуществом может быть жилая и коммерческая недвижимость. Корпорация «Монет». Финансовые услуги нового поколения в Мурманске. Звоните прямо сейчас. Телефон 708-30.